Главное, чтобы не было такого же дерьма, как, которое было в последней миссии основной кампании. Ну там уж. Ну там уж вообще капец было. Это шутка такая, да? What the fuck? Что происходит? А, они решили испугать до смерти, окей. When's this day gonna end? Господи, это же огнеметчики или плазмометчики, или кто они там? Прочная дверь, блин, я прочитал порочная дверь, думаю, чё? Я очень надеюсь, что они меня не видят. Я крайне на это надеюсь. Мне показалось, что сверху кто-то есть. Мне нужно наверх. Срочно был! Ха-ха! А вы это так не умеете? Блин, тут можно было проще вот здесь подняться. Отстой. Я сейчас все слишком усложнил. Святые угодники! Как я туда пройду-то? Ядреные макароны! У тебя хуже, чем у меня, слух, голос и прочее. Marked for shipment to the most distant point of the Empire. And fitted for live cargo too. Её можно убить, что ли? If they had a fast ship. I wonder who this was meant for. You box somebody up in that thing and they won't be back. This crap with the Знаете, сегодня очень хорошая погода. Очень светло, ярко, плюс 15. А всего лишь за 3 дня снег растаял. А чё, что-то было сейчас? Я не заметил просто. Чё-то какая-то пауза была, да? Ладно. Окей. Почему здесь можно убить своего собственного ассасина? Вау. Ну или не ассасина, помощника. Кто захочет убивать своего собственного помощника? Что это? Ну, может, конечно, Путин, Медведева, ну когда-нибудь, но... Ну, ё-моё! Это же глупо! Чё? А, тут можно же включить одновременно зрение и прочее. Чё ты туплю-то так? Оу! Это опасно. А я вижу, как наверх проникнуть. Главное, чтобы у меня мана не закончилась. Да еще выше! Как он туда вообще забрался? Без навыков, как? Я не знаю, он Спайдермен, что ли, неудачный? Неудачливый, точнее. Спайдермен неудачник. Я не хочу покидать бойню, зачем мне это нужно? Зато я нашел место, где можно покинуть бойню. Ну ты полагаю, мне нужно... Нихера себе. О май факин гад. Один вопрос, как он сюда забрался вообще? Теперь ты в безопасности, никто тебя тут не найдет, ни одна душа. Я едва не умер, а я куда ловчей их всех. Ты даешь мне когти, чтобы карабкаться. Ты хочешь, чтобы быть. Ты хочешь быть со мной не меньше, чем я с тобой. Мы останемся здесь до тех пор, пока про нас не забудут. Останемся столько, сколько нужно. Я хочу спать. Не уходи, пока я сплю, прошу. Я не могу без тебя, буду держаться, пока могу, до самого конца. Псих! Ребята!
Подарок! Надеюсь, они этого не заметили. Ну ничего, и теперь им будет чем заняться. Ой, красный фонарик. Камон! Как мне добраться до этой руны? Да ну нахер, он что, Джеки Чан, что ли? Fuck you. А, то есть мне не дадут уйти отсюда, да? Все понятно. Великолепно. Мне как-то сыкотно немножечко. Мама. Как? Ну, почему я по ней не могу уйти, а? Я начинаю не доверять этой игре. О май гад! О май гад! Только не падай. Что? Что? Так. Козлы. Мне страшно туда идти, там капец. Знаете что? Я не знаю, получится у меня нет, но... Чё? 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 Чё произошло? Нет, я просто кнопочки тыкал. Чё? 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 Как ты? Снова хорошая погода, ребят. Снова. Упс. Я не отменил просто перенос. Вот сейчас переносить себя стало намного легче. Время прыжков. Я не понимаю, там враг стоит или кто? Ау, но попе было больно. Попе больно. Ой-ой-ой. Страшно. Интересно, мне его замочить можно вообще? Нихера себе. Я вас обманул, ребят. Ну, в смысле, я врагам говорю. Да, я общаюсь с врагами, мне больше не с кем общаться. Там козел идет. Because they can get fired for refusing to do dangerous work. We're the ones that do the dirty stuff around here. Maybe we need to be organizing, huh? Hey, that's not... You say that again, even as a joke, and you're whale meat. Yeah, sure. Я подумал, а чё я тут стою? Stop listening in on that Abigail Ames tricky talk. She'll corrupt you. No, no. My head's clear. I know which side my bread's buttered on. Бла-бла. Знаешь, я вчера такие туфли видел. Да, давай такие туфли. Правда, у них про мясо и про нечестность диктаторского режима. Гитлер правит всем, это нечестно. Нечестно. Хотя, какой Гитлер? Кто тут правит-то? Я что-то забыл уже. Хватит пылесосить, пылесоска. Внизу много чего интересного валяется, я хочу взять. Но я не могу, потому что здесь перенос нормально не работает. Fucking shit. Журнал исследования Антона Соколова. Вивисекция третьего образца почти завершена, аккуратно перфорировав нижнюю диафрагму. Это существо значительно ослабело, пока пребывает в плену, поэтому выработка существенно снизилась. Я поместил в тело зверя электрические стимуляторы, среднее напряжение... Какая интересная информация, я просто обосрался отчасти.
Штучка моя. Да ты что ж такое-то? Я, ниже подписавшись, обязуюсь не иметь отношений с так называемым союзом работников и не участвовать в обсуждениях, касающихся онного союза. Обещаю добровольно сообщить о рабочих, которые посмеют выражать поддержку союза. Обязуюсь со всеми жалобами обращаться к Бантре и Ротвельду и его помощникам для открытого и честного их рассмотрения. Отойди. Спасибо. То есть сюда, наверное, надо будет кого-нибудь привести или еще что-нибудь сделать с ним. Ну не просто же сюда кресло для допроса поставили, так ведь? Отойди! Я тебя вижу! Ну камон! Ну отходи! Все, его не существует больше. Окей. Я видел тут дверь, которая, наверное, никуда не ведет. Вау. Лежать. Не двигаться. Я думаю, его вырубить, может быть. Как сюда... Затрахал! Сколько можно? Я за всех стех гомиков сделаю! Вот. Упс. Вот так. Я в кнопках путаюсь. Они оба без сознания. Лучше бы они оказались подохшими, потому что... К сожалению, лучше сдохнуть, чем... Чем быть гомиком? Наверное! Хотя кто-то будет против, конечно. Да... За мной закройся, а не просто так закройся! Что это? Где-то сраная... Господи, вон она. Мне страшно! Чуть не облажался! Хорошо, что на кнопке Ctrl не стоит удара никакого. Иначе бы я так облажался сейчас. Блин, тут еще и лесенка была влево. А там ведь мог враг стоять, хорошо. Мне повезло, очень сильно повезло. Знаете, надо было на последней сложности проходить, в принципе. Какая разница? Основы-то я помню. Блин, а как до этой руны-то добраться? Я немножко не всасываю. Строгов нет, можно побегать, наверное. Где эта сань? Где проход, точнее, к этой сане? Саней всех саней. Ну-ка, включили назад. Почему электричество выключили? Я не понял. Мама! Их двое. Чуть не обосрался. Так. Я пойду в другое направление. В другом направлении там был проход. И мне солнце светит в левый глаз. Знаете как? Надо форточку закрыть, но я не могу оторваться. Ага, вот оно где.
Вот оно где все. Вот оно. Ну, не теряя времени, значит, мы пройдем сюда, да, сюда пройдем. И тут ни хера нету, как обычно. Давай мне уже руну, сколько можно. Эу! Значит, на что я встал? Охренеть, я столько за ней бегал, лучше бы я просто руну за деньги купил. Фу, что это? Фу! Это крайняя плоть младенцев. Кто-то продает ее, кто-то ест. Может, подождите, может, тут что-то есть? Может быть, здесь Дженнифер Лав Хьюитт? Нет? Боже, а, наверное, это сральник. Фу, это еще хуже. А, нет, Дженнифер Лав Хьюитт хуже. Лучше иметь такой сральник, чем Дженнифер Лав Хьюитт. Вот что я хотел сказать. Я, конечно, молчу про Кристен Стюарт. Она, конечно, вообще выбивается из всех возможных желаний. Желаний, в смысле, утопить человека. Интересно, а как будет выглядеть? Какое выражение лица будет у Кристен Стюарт, если ее топить? Не, конечно, я понимаю, что это немножко, как бы, мысли маньяка, но на самом деле... Не знаю я, где плачущий глаз мне найти, если честно. Так что давайте просто свалим в контору Ротвельда. Но я не знаю, как выбраться отсюда. Серьезно. А, нет, вижу. Мать твою. You don't think Bundry knows she'd be a martyr? What, like the Empress? Ей, я закрыл окно, представляете, в штору. А прошло уже несколько месяцев после смерти императрицы, да, я так понял? Мне интересно, что в этот момент делает Корва? Курва. Я надеюсь, он не сюда идет. Не повезло ему. Оп. Я не знаю, проснется в такой позе. Ему, наверное, будет приятно. Что о нем кто-то позаботился. Блин, я здесь случайно вообще оказался. Extra elixir rations, bags of coin as bonuses. But you're about to see that my generosity is counterbalanced by the very inside. Mr. Rothwild, Bundry. Don't call me that. That privilege is lost to you. You don't know Ramsay. When he comes for me, he'll kill you. He'll gut you like the street filth you are, and feed you to the rats. Ah, now it comes out. No one is coming. I've broken your strike, and my butchers are the finest fighters. Dunwall. Miss A. Stop! Right. Impossible! Oh no! Здрасте. Я вам помог только что. Well, Dowd. What do you want with me? А ты как думаешь, снимаешь штаны? В смысле, пробежаться по парку без штанов. Как бы уговор, дороже денег. I know all about the Delilah. All of it. And I can give you exactly what you want. Please do. Not so fast. I need something from you in exchange. That's what I thought. What? We're both professionals, Mr. Dowd. А если на горлицо? To get these gutless workers striking, which I did very nicely. And then destroy the slaughterhouse itself. That's where I got caught. А, ну это не поможет, видать. The whale oil in those tanks out there is enough to destroy this entire place. The important industrial bits, especially. Just open. А может им просто дать новый клип Псая послушать? Который называется Джентльмен, чтобы у них мозги разлетелись.
What about the people inside? Growing a conscience? The factory workers are already out. My boss will hire them on, in better conditions than they'd ever see here. Not the butchers, though. They can die screaming for all I care. Don't try and con me. Wouldn't dream of it. Here's the key. Don't get caught. You take care of the slaughterhouse, and I'll tell you everything I know about the Delilah. You know, I could put you in Rothwild's interrogation chair myself. Why should I bargain with you? Because it's a long and messy solution. And I'm gambling you're not the kind of man who likes that. Make a deal with me, and I can tell you what you want, and pay you for your trouble. I'll consider it. А снять штаны? Нет, окей. The Empress should have hired you to protect her. We'd be living in a different world. Не смотри! Видишь, я 20 приседаний делаю. Доклад о несчастных случаях. За минувшую неделю прошло 5 несчастных случаев, число погибших 2. Классный доклад. Зашибись просто. Че ты смотришь? А, ты хочешь тоже приседание сделать? Давай. The way you fight, the things you can do. You could change the Empire, if you set your mind to it. Ну, потому что это какой-то тупой персонаж, абсолютно интересный. О, блин. Не по одному убийству... Не по одному убийству... Ай... Это настолько классный перевод, что я даже не хочу читать после... После того, как я... После того, как была допущена локализаторами ошибка... В смысле, слово было пропущено. В первом же предложении текста. Ну что это такое? Где quality check? Да, очень интересно. Оу. Ау, никого? Я потом за этими амулетами все равно забегу. А чё это у нас тут? Late report for the month of Nets. The Dauntless sailed north 10 days to no result. Word is she restocked at Driscoll to pursue a large pod east of Morley. The Delilah is coming back fully loaded. No reports of lights or singing. Another sign that Barristers lost it. The Huntress is in dry dock after a nighttime ramming off Pandysia. Engineers looked at the damage. They say it wasn't a whale. Or if it was a very odd-looking one. И никто не услышал этого аудиографа. Думал, там что-то говорит о китах. Не, ничего, все нормально. Как он здесь оказался? Fuck you, guys. Guys, fuck you. Руна. Руна — это тоже хорошо. Ладно, я сюда еще вернусь. Мне можно сюда будет прийти без храпящего тела на моем... На моем скудном маленьком плечике. А где-то... Блин, она так далеко! Какого черта? Не могли прямо рядышком сделать ее? Я надеюсь, он не сдох? Вау, текстуры просто потрясающие. Текстурки-то говно, да, говно. Я по пути всех убил, какая разница? Можно бежать и не париться. Ну, не убил, конечно, а усыпил. Заставил летать во сне. Вау, а ты один остался, где второй? Да, о, да. Твоя жопа ему тоже понравилась. А, она дверь закрыла, что ли? Окей. Нет, отдай ключ! Меня заперли! Замуровали, демоны!